Друзья, приветствую вас на канале iSchool. У нас ответ на вопрос. Значит, студент присылает мне свой проект. Я его запускаю. При первом запуске все хорошо, отрабатывает как надо. Запускается наш симулятор. Запускается приложение. Сейчас подождем немножко. Заведется он у нас. Угу. Запускается приложение. Все круто. Но при повторном запуске еще раз запускаем. Я даже сейчас вот в дебри лезть не буду, да, что это за приложение, что оно делает. У нас вот такая ошибка. Не могу установить приложение в этот раз. Значит, очень все просто. А, причем, еще какой нюанс. Если мы сейчас удалим это приложение. Удаляем. И еще раз запускаем. Опять все нормально. Но при повторном запуске приложение не работает. Дело вот в чем. В таргетах мы не выставили версию нашего билда. Вот сейчас мы ставим здесь единичку. Причем после этого обязательно нужно приложение удалить. Удалить. Или вообще, кстати, полностью сбросить, например, у симулятора контент и настройки. Вот эта вот опция Hardware, Erase all content and settings. И тогда у нас полностью сбрасывается симулятор, и опять приложение можно будет устанавливать. Итак, выставили версию билда и запускаем. Работает. Запускаем еще раз. И работает, да, ну и в третий раз контрольный. Опять все ништяк, все работает, да, имейте в виду, значит, выставляем обязательно версию. Причем интересно, по умолчанию версия выставляется, то есть когда мы создаем новый проект, я не знаю, зачем это было стерто, ну, в общем, поскольку это стерли, то приложение и не работало. Все, друзья, увидимся на курсах.